Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы вновь с вами на игре «Думай, знай, познавай» «Супер Блиц». И мы вновь пришли в историко-культурный центр для того, чтобы задать 5 вопросов по теме нашего любимого города. Ну что, проверим, насколько участники готовы на них ответить. Вперед! Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Юлия, здравствуйте. Юлия, очень приятно, сегодня мы играем с Юлией. Ну что, первый вопрос. Сколько голов насчитывает скульптура змея, являющаяся частью памятника фонтана «Победитель»? Помните? Ну, насколько мне известно, 3. 3. А во сколько оцениваете? 5. Это правильно, действительно, их 3. Следующий, второй вопрос. Сколько памятников Ленину установлено в черте старого города Видное? Я думаю, 1. 1? Да. А где он? На центральной площади Советской. На центральной? Да. И все? Ну, мне кажется, да. А на сколько уверены? На 5. На 5. Это тоже правильно, действительно. Памятников Ленину всего лишь 1. В каком году была открыта платформа Расторгуева? Варианты ответов: в 1900, в 1875, в 1920 или в 1930 году? 901, по-моему. Какой был первый? 900? 1900, 1875, 1920 и 1930. Я думаю, 900. 900? Да. Точно? Ну, думаю, да. Думаете, да? Абсолютно. А насколько уверена? На 4. На 4. Это правильно, действительно, в 1900 году. Какая улица города Видное ранее называлась Северной? А сейчас эта улица называется имени Лемешко. Улица Лемешко? Да. Не Гаевского? Нет, нет, нет. Ни Петрова, ни Сидорова? Нет, Гаевская – это раньше была улица Крайняя. А во сколько оцениваете? 5. Отлично. Действительно, это улица Лемешко. Это правильно. Пятый, последний вопрос. В честь какой реки у нас на районе названа железнодорожная станция Курского направления? Знаете, сколько вообще станций железнодорожных на территории Ленинского городского округа? Ну, на Павелецком вокзале их 3. Так. Есть еще Курского направления. Тоже находится на территории Ленинского городского округа. Нет, наверное, не скажу. Во всяком случае, сейчас в голову ничего не приходит. Вот у нас есть река. Так, я понимаю. И вот в честь этой реки названа станция, платформа Курского направления. Ну, если не знаете точно, надо будет подумать, да, и отгадать. Да, обязательно. Да. Подумайте, какая река у нас на районе, да еще чтобы была названа платформа, пусть даже не Павелецкого, а Курского направления. Река Пахра есть, река... Какая у нас еще река есть? Какая у нас есть река? Прям по городу протекает. Ну, Бица... Платформа Бица. Ну, вот, пожалуй, так. Как? Ну, Бица. Бица. Да. То есть платформа по охране? Нет, я засомневалась. Засомневались? Да, запаниковала. Запаниковали. Все-таки Бица? Да, я думаю, Бица. Бица. Во сколько оцениваете? Давайте в 3 балла. А надо оценивать в 4, иначе... Хорошо, в 4. Хорошо. В 4. Это платформа Бица. Мы вновь набрали 20 баллов. И второй кубок подряд вручается посетителю историко-культурного центра города Видное. Мне и приятно, и жалко отдавать, но ничего не поделаешь. Это ваша достойная награда. Спасибо. Пожалуйста, покажите этот кубок. Достойная победа. Достойного участника. Спасибо вам огромное. Удачи вам. Всего самого лучшего. Спасибо. До свидания.